Вот она, земляночка, которую нам предстоит сегодня выкопать. Пришли мы сюда с ночевочкой, так что ночевать будем в лесу. Думаю, чудно время проведем. Спешить особо никуда не будем, так что копанем ее досконально. Так, пойдем заберем ведерко с соседней землянки, которую до этого копали. Мы пришли без ведер, специально не стали их брать, чтобы здесь взять ведро. Заодно посмотрим, что там с водой у нас прибавилось. Так, ведерко стоит. Ведерко стоит. Ну, воды так себе прибавилось, конечно. С учетом того, что дождей особо не было, именно здесь водички-то прибавилось. Ладно, пойдем отстраняться от мира нынешнего в мир прошлый. Шурфанули мы немного эту землянку. Идет она, честно говоря, тяжеловато. Глина сплошная, лопата не отлипает. Вот, решили перейти сейчас на другую земляночку. Она поменьше в разы, но она вроде бы такая, поживее, с водой, с вертикально стоящими сваями. Сейчас единственное, немножко отобедаем, подкрепимся. Пойдем ее попробуем. Это пока что-то тяжело идет. Не будем мы ее трогать. Оставим ее на потом. Лапничек. Лапничек. Лежбище делает морских котиков. Для ночевочки. Сейчас лапника нагрузишь, мы в потолок упремся с тобой. Уж как на матрасе лежать. Ладно, сейчас перекусим. Пойдем пробовать другую землянку. А это пока, как видно, вся в глине. Глина коричневая. В общем, оставим ее либо до весны, либо до осени, когда дожди будут. Из этой землянки хорошо, вот, дружбан получился. Грязевик. Вот здесь можно таких налепить вокруг, целую армию и оставить. А вот и доски из соседней землянки пригодились. Димон соорудил столик. Ну что, давай, рассказывай. Для истории снимаем. Для истории. Закипело. Закипело, потом перестало, потом опять закипело. Ну рассказывай, как докатился на такую жизнь. Как? Встал с утра,
5 часов. Сел на электричку, приехал в лес, получил палкой в глаз. И все. Решил покушать доширак теперь после палки. И пойти спать. День, говорит, не задался. Да. Переместились мы на другую земляночку. Вот она, конечно, в разы поменьше будет. Ну, вроде поинтереснее должна быть она и пожиже. И сваи вертикальные здесь стоят. Вот. Сейчас ее, я думаю, за сегодня-то мы точно выкупим. Потому что по размерам-то она в разы меньше. Как половина той. Сейчас расчистим ее. Приступим. Здесь-то прям видно, вот они все эти лаги идут, сваи, все как стояло, как обрушилось, так и находится. Да, пустая оказалась земляночка, видимо, какая-то связанная она была с медициной. Попался там битый тюбик, ножницы большие, граната РГД-33 гнилая, Ф-ка без запала. В общем, ну и горстка патрон гнилых. А в остальном земляночка вышла пустая. Медики, видимо, уходили аккуратно, подобрав все. Либо просто кто-то из нас несет с собой кусочек неудач. Кто из вас, конечно, я не знаю. Но это точно не я. Вот Вася раньше не ездил, и все нормально было. Я так думаю. Ну как методом исключения. Да ладно, здесь бывают и пустышки. Это нормально. Но в любом случае минус еще одна землянка. Как только закончили копать землянку, немножко отмылись. Что-то погодка резко испортилась. Потемнело в лесу. Ветрище поднялся. Как бы дождик не хлестанул. Пойти вещи убрать под тент надо. Вы готовы, дети? Да, капитан. Ну что, кто будет нырять? Сие земляночку. Слушай, правда потемнело, да? И ветер поднялся. Резко причем. Резко. И ветер-то поднялся. Солнце было, и сейчас прям резко потемнело. По-моему, как туча откуда-то заходит. А? Туча откуда-то заходит, видать. Как бы дождь не начался. Ну, тут выбирать не приходится. Да, дождик все-таки пошел.
Вася не угомонился. Пошел. После дождичка землю шевелить. Ну как успехи-то? Бывало и лучше. Не, пока идет. У тебя просто жгут неудачный. Ну у меня здесь да, какая-то совсем пока, прям. Он, видишь, пока выкидывается. Липнет только к сапогам. Лопате пока нет. Из моей глинки только вот такой вот человек отличный получился. Грязевик. Что, пока мы спали, подъехал еще один товарищ наш, который Алексей. Тот уже вовсю исследует еще одну землянку. Какую, пока не знаем, сейчас пойдем посмотрим. Сказал, тоже где-то здесь рядом. Всю ночь, кстати, шел дождик, довольно хороший такой, но ночью тепло было спать. Спальники на открытом воздухе. Ага. Ага. Вот у него тут значит чего. А, вот он и рубил, что. А мы-то слушали. Думаем, что он там рубит. Ну да, он, в принципе, не такой большой. Сейчас мы его быстренько уговорим. Посмотрим. Тоже такая глина, да, коричневая? Сначала-то не было этого. Рыжку не взял? А? Рыжку взял? Да. Ну, там заканчивается уже. Взял. Сейчас попшикаем, а то комары покоя не дают. Еще влажно как раз, тепло, как они любят. В землянке вон сплошные бревна, поперечины, лаги. В общем, полная она. Земляночка эта слегка только подзатянула ее. У Лехи хорошо видно. Одну вытащу. Так вот они. Затянутые. Что вырисовывается земляночка эта, это даже скорее не землянка, а именно блиндаж. Видимо, вот это потолок, он просто провалился полностью. Ну, получились вот эти бревна все лежат чуть ниже крыши. Потому что сам пол, он вон идет ниже, где-то полметра от бревен от этих. Это вот просто обваленная крыша. Городище, да. Ну так прям приятно, знаешь. Селище, городище. Прикоснуться к тому, что вот были строения какие-то раньше. Ну да, вот тебе считай, зима 41-го года под ногами.
почти в таком достойном состоянии для 70 с лишним лет. Да, кто-то это строил, кто-то это возводил, рубил, носил. Вот он, блиндажик показался полностью. Археологическим методом, можно сказать, его подчистили. Видно эти балки, бревна, обвалившиеся. Димка там копает лопатку, что там вроде у него зазвенело. Может, еще чего-то. Непонятно пока. Снимаем полено, которое ты еще хотел. Да, сейчас будем это разбирать, да, вытаскивать. Начинаем его потихоньку вскрывать. Пришлось поменять объектив, а то у меня тот объектив запотел. Поэтому там можно было наблюдать, как будто с фильтром снимал. Смотри, аккуратнее. Пришлось поменять на широкоугольный пока. Влажность большая все-таки в лесу. А вот это вчерашняя землянка, которая пустая была. Вот. Я, говорит, туда еще пришел. Лопату видно. Какой фискарс, что ли? Фискарь. А, вон он. Ага. Лопатка, да, показалась. Угу. Она какая-то широкая. Это обычная, похоже. Большая? Да, большая сапёра. Вон, видишь, через этот. Ручка пошла уже, да. Прям под брёвнами лежит. Не, ну какая странная, смотри. Чего, большая лопата? Большая саперная, да. Не маленькая, большая. Необычная. Все в сохране, смотри. Да. А вот и лопатка. А что, она достаточно хороший нормальная. Хороший сохран, да. А. Музей самое то. Черенка, видишь? Черенка только жалко. Так странно очень. Может, поэтому она здесь и валяется, может, черенка. А, бутылка бита или фляжка? Фляжки. Слушай, она тяжелая, да. Видишь, как скрипит. Бутылка, казенка. Угу. Толстая и тяжелая. Нет, ну это сохран хороший. Ну. Твердая она полностью. Ты обычно такую лопату достаешь, а она тяжелая, легкая, как алюминиевая. Что, посередине блиндажика касался более-менее пустой. А вот в боках стали попадаться. Вот каска попалась. Видно прям самого бока блиндажика этого. Ну, сохрану не так все. 50 на 50. Никакой. Да. Вот. Здесь что у нас? Лопатка вылезла. Такая. Два череночка маленьких каких-то непонятно, как от табуретки от какой-то. Тут веник тоже непонятный. И пузырек с жидкостью. Потом отмоем, покажем. Сейчас мы этот угол докопаем. Посмотрим. Вот все, что осталось от каски. А вот да, Василий зацепил какой-то прибор интересный с деревянной ручкой. Если она, конечно, деревянная, а не бакелитовая, вроде деревянная. Какой-то прибор куда-то насаживался, что-то крутилось. Потом отмоем, посмотрим более подробно. Снова в лесу темнеет. Дождик, что ли, пойдет? Так, ну что, вот она, эта землянка. С ней мы закончили. Нашли здесь в углу еще, прямо на входе, еще одну лопатку большую. Все у нас получилось по итогу. Три больших лопатки. Ну, в общем, сейчас приду к другой землянке, где мы отмывали, покажу все это. Ну, и тут такая вышла она, ровная, без каких-либо лежанок, как видно. Просто сплошной пол.
Так мы предназначение ее так и не поняли. Данной землянки. Не удалось нам понять секрет ее. Вот в углу, кстати, был веник. Вот он лежит. В углу лежал. Пойдем посмотрим, что мы там отмыли из находок. Ну что, в общем, по находкам-то по этим. Коротко, если пробежаться, вот три череночка каких-то маленьких, непонятных. Как ножки какие-то от табуретки. Непонятно. Это у нас подсумок. От магазинов СВТ. От магазинов СВТ. Тоже толстый у него. Толстенный даже по сравнению с другими. Отлепка металлическая, да? Клепки латунные. Латунные у тебя? Две штуки. Как ржавые какие-то. Вот даже хлыст попался. Кстати говоря. Кожаный. Вот, ложка деревянная, сломанная, штык от Мосинки, тоже обломанный. И вот они лопатки, лопатки с клеймами, что одна, что вот эта вот лопатка. Ну, единственное, они сейчас плохо читаются, надо их просто подзачистить получше. Ну, клеймаки на них стоят. А, вот тюбик этот. Непонятной жидкости, мутный, уже осадок он какой-то выпал на них, на дне. И вот этот чудо-прибор, пока непонятно от чего он, с ручкой, как от швейной машинки. Посмотрим, что это. Надеюсь, удастся понять, от чего это. Клеймо на лопатке проступило. 1941 год. Покидаем мы здешние края, возвращаясь в обыденную реальность. К суетам-сует, проблемным проблемам, домашнему быту.